У нас чаша 200, номер 331, диаметр 23,5 сантиметра, весом 1554 грамма. У нас там соседи начинают гудеть. Давайте, кстати, она такая толстостенная. Сейчас надо клопику помочь. Он все никак у нас не может вдоль зеркала пройтись. Но не, здесь ты заглохнешь просто или просветлеешь. Давайте. Иди тут. Иди к окошку. Рассадка стоит, все будет хорошо. Ага, молодец. Это мой домашний, просто на прогулке. Эта чаша 7 металлов, тигровый глаз. И вот она такая золотистая. Сейчас, я думаю, будет очень хороший звук, интересный. Чуть-чуть трудновато. Тут трудновато и раскручиваться, потому что она очень тяжелая. Вот. Стенки у нее практически, да, прямые. Может быть, все-таки из-за этого. И вот здесь этот бортик еще, да, у них они утолщают.